О, последний. Ну, кто это идет? Тоня. Это однако Тоня. Точно? Да. Ну все. Молись. Господи Боже наш, слава Тебе. Освети дары, посылаемые Тобой словом истины и молитвы. Отче всех на Тебя, Господи, уповай. Ты даешь им пищу во благовремени, и отверзаешь Ты щедрую руку Твою, исполняешь всякое животное благоволение. Слава Тебе, Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, благослови. За молитву Пречистой Матери, всех святых Твоих, Господи, Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй нас. Аминь. Боже, милостью будь мне грешному, создав имя Господи, и помилуй имя. Бесчеславие согрешил, Господи, прости меня грешного, помилуй, благослови. Так, у меня некоторые замечания. Просто закрыть рот. Когда стоите в храме, видно, что служба длинная, вам ставят скамеечки, стульчики, еще не садитесь-то, почему? Поставили два стульчика не сидят, и гляжу, что-то тетя Люба им там подсказывает. Потом гляжу, прямо силом садит. Вы садитесь, отдохнете, служба длинная, непонятная. Они дома на они у нас тоже на храме стоят, Дмитрия Ростовского. То есть не хотят садиться? Да. Ну, там подвиг Серафимин, пожалуйста. Стояли все ребятишки нормально, стояли, а что поняли, это уж... Я сам еще, может быть, не слышал. А одно только интересное у нас. Травы много и ласточки летают. Ласточки, нас видели, на печке свела гнездо где? Не там, а здесь, третье гнездо в храме. И почему-то старое не занимает жилье, как у нас старые дома. Ну все, за стол здесь будем, там сыро не пойдем. Заставляют меня лезть в карман. Давайте. У всех есть, да? У кого нет? Еще одна неделя молочная, и все дальше полностью. Как помолились, полное молчание. Как помолились, и настало выйдем помолиться. В это время не разговариваешь. А ты куда? Ты здесь уже сидишь? Да. По-моему, с той стороны. Здесь мужчины сидят, взрослые. Так, ну давайте дежурную. Внимание. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй нас. Аминь. Аминь. Ну-ка давайте вот это Россия скажем. Россия должна стать! Россия – это мы! Замечательно. Если кто не знает, что такое Россия, пусть приезжает, посмотрит. Давайте. Садись, дядя Володя. Хорошо нам быть вместе. Давайте. О! Шикарно. Чашка какая. Вы внимательно смотрите, у кого хлеба нет и что. Можно оттуда подавать, он оттуда подавай. Нога за ногу никогда, локти на стол не ложить, локти никогда, вот так. Смотрите, кому показывают половинку? Первого к себе. Половинка, половинка. Они полные.